Никто еще не верит, по-моему, у нас. Это большое счастье для меня, для моей команды, для моих близких, для всей России. Я, честно, мало что могу сказать. Я знаю, что мы просто выиграли сегодня и все. Силы вообще на интервью сейчас остались? Такое впечатление было, что выложились не на 200, а на 300%. Было тяжело играть, но, в принципе, это не должно никого волновать. Главное, что мы победили. Если не секрет, Хидинг после основного времени что сказал? Потому что очень был такой довольно трудный психологический момент. Команда только что пропустила еще 30 минут играть. Ну, честно, я тоже ожидал от Голландии, что она будет играть в тоже агрессивный футбол. Но показалось так, что у голландцев закончили силы раньше, чем у нас. И один очень хороший тренер обыграл 11 талантливых голландцев. 11 талантливых россиян. Ну, под руководством очень мудрого тренера они играют совсем другой футбол. Футбол, который, по-моему, вам самим нравится. Когда побеждаешь, все нравится. Удачи дальше.